Команда командира сзади, справа, слева, из положения лежа. Перемещение тела, положение лежа. Стыло. Вы хотите, чтобы... Я понял. Значит... Нижняя акробатика называется. Я понял, но нижняя акробатика, вы знаете, как бы, вы тоже работали, но... Она не так актуальна, это если тройка действует в большом отрыве и необходимо, естественно, уже работать это другим образом. Но если, например, необходимо повернуться вправо или влево, что личный состав может сделать? Вот такие маневры может осуществить. То есть протянули ноги сюда, развернулись и выполнили судьбу в другом направлении. Сзади. Ну вообще, как бы, все эти моменты, они могут быть в этом положении. Чего тебе нравится? Ну, сейчас хотя бы взять, как подпоршень падает, то есть хоть самого. Вот эти все нижние элементы по усмотрению. Например, я их не использую.